очень быстро прошел границу, очень легко поставили штамп без лишних вопросов, разговоров. 90 дней могу здесь находиться. Я вижу, что первая ночь в Коста-Рике будет по-костарикански очень крутая. Жарко. Обалдеть. Как так? Что такое удачное начало путешествия в Коста-Рике? Это когда вон все мокрое, я не успел поставить палатку. Дождь пошел. Все мокрое. Прекрасное, доброе. Пасмурное утро. Так, всю ночь, конечно, поливало. Там какие-то люди что-то чистят, вон уже с утра стучат. Колеса, надеюсь, не спустила. Сидушка накрыта, футболка. Вот молодцы они здесь, в Коста-Рике. Велодорожку сделали, и обочина широкая. Но это уже 70 километров я отъехал от границы. Потому что первых 70 километров от границы было ужасно плохо ехать. Водители здесь невнимательные, грубые. Короче, плохо. И здесь, слава богу, стало ехать безопаснее. А мне нравится этот знак. Вот как можно было влупить там, где у меня сейчас нету возможности отсюда никуда свернуть. Ехал. Ничто не предвещало этого знака. И появился. Был знак. Запрещено, и сразу лево дорога. Откуда здесь должны взяться велосипедисты? Кроме как нарушать предыдущий знак. Я не понимаю. Так, ну что, немножко купим себе еды. Рюшку оседлали. Вот это чичерони. Жареное, ну тут и мясо есть. Цена одинаковая. По-моему, $10 килограмм, как я понял. Вот, некоторые куски там прям есть волосатые. Люди выбирают. Я, конечно, вон, я там скромнее себе взял. Вот это мое. Там сейчас вешают, идут, посмотрим. 930 доллара. Мое сколько будет? Я мало взял, потому что жирного тоже сильно много не хочется. Вкусная вот эта штука. Вообще класс. А, 1904 доллара за все. Вот у меня, сейчас покажу. Немножко парочку жареной шкуры. И вот мясо. Так, перепарковали велосипед. О, здесь тоже хрюшка. Ну, я в том магазине был. Идем теперь в соседний. Тоже хрюшка оседланная. Быки запряженные. Это, наверное, кофе. Да, это кофе. Вот, я где-то там заказал порцию, иду. Боя, арос и... Намас. Аки. Аракамерки. Говорит, что-то еще, я говорю, все, больше ничего, есть буду здесь. Курица, рис, чипсы и вот еще соусы не дали в пакетике. Сейчас посмотрим, сколько нам посчитают. Вышло 4 доллара. Много, мало, судите, решайте сами. Пока я поел, уже потемнело. Но, слава богу, мне ехать сегодня еще немного. Вчера я совсем в темноту ехал, это было страшно. Дождь пошел, не мог найти место под палатку, поэтому намок. Сейчас у меня уже 105. Проехать еще буквально пару километров.
Там будет место возле реки. Хочу возле реки поставить. Мне даже... Или посмотреть... Не буду смотреть пожарное депо. Поеду возле реки поставлю. Там покупаюсь. Отдохну, хотел сказать. Завтра проснусь в 5-6 и поеду. Сегодня переспал почему-то. Вчера хорошо проехал, 108 километров. Приехал, дорогу выбрал, как обычно, сейчас покажу, ужасную. А, это собака. Ну, я надеюсь, что будет красиво зато. Сегодня суббота. Так, зато здесь можно умыться. Питаюсь я, конечно, по-разному. Вот. И такое, типа, супа вермишели тоже хочется. У них здесь нету культуры супов. Поэтому едим как естся. Вот это мясо я вчера купил. Его тоже с собой возить не надо. Вот, его надо уже съесть. Как раз будет завтрак. И потом еще у меня есть печенье или орешки, что-нибудь, если будет мало, до завтрака. Птички поют, река журчит, Коста-Рика зовет. Палатка чуть подсыхает, ночью был легкий дождь, в самом начале. Все, собрался, что-то я сегодня вообще, 10 утра я еще не выехал, у меня такого не было уже 100 лет, чтобы я так поздно выезжал, если я в палатке останавливаюсь. А мусор я с собой свой, конечно же, забираю, вот он, где-нибудь довезу его, хотя здесь мусорки искать надо. О, по пыльной дороге это сейчас я буду ехать, через только каменную гряду протолкать велосипед и все. Ну все, вот по такой дороге мне сейчас и предстоит ехать. Не знаю, хорошо ли это, плохо. Но вчера ехать по трассе было легко в плане физически, но невыносимо в плане морально. Эти фуры проносящиеся просто уже прям достали. Вот. Здесь будет тяжело физически, но зато легко морально, хочется верить. Да нет, хотя если я начну умирать физически, то морально мне тоже станет тяжело. Так, ну да, дорога тяжелая, но интересная. Например, как вы думаете, сколько здесь лошадиных сил? Все хорошо. Кирпичи им делают, а вон лошади стоят, отдыхают. Ха. Скажете, несправедливо. Чего у вас интересно использовать? Да вы, конечно, мощнее. Медленнее, но мощнее. О чем стоите, думаете? Животные. Ого, там петушара здоровый. Вала. Ну, покажись. Какой заклевать может. Что ты здоровый? Ты курица здоровая. Ой, этот очень крупный. Что, на меня не кидается? Так, ну. О, кстати, да. Новогодняя елка. Стоят, отдыхают. Все, моща, пока. Слушайте, я вообще, у вас вид, конечно, такой, типа вы не самые счастливые. Ну, мне тоже нелегко. Так что нормально. И ему нелегко. Ох, ох, ох. Я думал, это закончилось.
Красивая зелень, тяжелая дорога. Вверх-вниз, вверх-вниз. Меня послали по этой дороге, которая длиннее на 5 километров той рядом, со словами, что там дорога ужас, а здесь дорога хорошая. Это хорошая дорога. Да, страшно представить, что было там. Тут и вниз как бы ехать не совсем удобно, а вверх я вообще не еду, я толкаю. И, во-первых, тяжелый подъем, ну, на асфальте я бы все равно крутил бы педали, но с камушками этими нереально. Итак, по ценам в Коста-Рике и, ну, вообще, какой рацион питания. Пока приехал, пробуем по-разному. Готовить или покупать. Так, на $7.5, что я купил? Такой кусок сыра. Не знаю, как он на вкус, попробую. Вообще, килограмм стоит, ну, можно сказать, что $8. Даже не 8, там 7.5. Нормальная цена. Вот, такой кусочек купил, он мне обошелся в $2. Чуть больше $2. Так, купил кинзу, цену не помню. Купил 3 помидоры. Так, помидоры. В чем у нас помидоры? Меньше $2 за килограмм. Надо же было, весь день ехал под палящим солнцем. Самый обед пережил, самое пекло. И сейчас уже начало 5-го светового дня, осталось буквально 1:20. Туча! Хо-хо-хо. Конечно, тяжелый подъем, но из-за того, что он последний на сегодня, то более-менее толкается, не крутится, а именно толкается велосипед, ничего так. Поймал себя на мысли, что я еду один на велосипеде по каким-то непонятным тропинкам в непонятной стране. Кто его знает, что мне там ждет за поворотом? 900 метров над уровнем моря, ветер и туман. Видно какой? Просто, именно вообще ничего не видно. Вот, упирается. Обалдеть, обалдеть. Провод под напряжением, я утром его сниму. Вообще, вообще ничего не видно. Хорошо, что я не продолжил ехать. А ну, давай эта фара, как он, эта фара лупит, оно. То же самое, о! Обалдеть! Ого, как! Класс! Красота-то какая! И прохладненько. Все, конечно, мокрое, влажное. Сырости. Чего, сейчас надо собираться и... Ого, ветер! Почему он опять встречный? Вот не в ту сторону ехать, он как он дует. Палатка, конечно, не высохнет. Откуда, откуда? Вон видно, да, как быстро проносится? Да и вот здесь вот видно, как пролетает. Ветер прям сильный. Вот как бы передать вот эту атмосферу дикости? По дороге вообще там пару человек за ночь проехало. С утра вместе, и все. Ну вот, опять немного тумана, облаков нагнало. Но зато я собранный и готов мчаться вниз. Сразу на ум приходит. Ай! Опа, есть выражение. Кто рано встает, тот мертв. Можно пока сполоснуть велосипед. Все равно пыли нахватался.
такое магистраль для насекомых? Где-то там живут муравьи. Вот какой они себе сделали. И всю дорогу прям. Листик даже несет, ого, здоровый. И вот такие вот есть колонки. Сегодня прям какой-то... Не, вообще Коста-Рика пока у меня такая очень речная. И ручеечная. Но сегодня... Как-то ручеек на моем пути. Этот я хоть одолею. Я сегодня еще ни один не переехал. На всех забуксовал. Слишком большие камни. Ну, поехали. Давай. Да, я выехал. Отлично. Вот уже видно край озера. Там, где вот этот вулкан. Я как раз вот с этой стороны его должен буду объехать, вот так вот озеро. И туда уйти. Так, здесь ребята из Швейцарии, короче, на машине стоят и думают, ехать им дальше или нет. Почему они думают, сейчас я покажу. Я эту реку перешел, показываю. Это вот так вот закончилось, вот, под колено. Еще и внизу большие камни. Вот она какая река. Нормально. Я не знаю, я думаю, если они поедут, то может быть проедут, а может быть и нет. Короче, река и длинная, но там поменьше будет. Тем временем, короче, познакомился с ребятами из Швейцарии, оставляют мне свой адрес, приглашают к себе, когда я буду ехать в Швейцарию, уже хорошо. Здесь они ждут, когда кто-то поедет из паркетников. Там остановились девочки, тоже боятся ехать. Вон ехал чудак, первую лужу там, где мелко, он, конечно, проехал. А теперь, ага, или он приспустить хочет колеса, чтобы не всплывать, как буёк. Если из них кто-то поедет, то эти тоже. Эти боятся, потому что взяли в аренду машину. Во, ну молодцы. Все, первые пошли. Хотя, что я... Вот как раз тест-драйв для Дастера. А ну давай, как ты, малыш, едешь? Все, этот пожелал им удачи. Главное, чтобы они там на брюхо нигде не сели. Там такие булыжники были. Давай. Да, мелко. Все смотрят. Все, Даст взялась за голову. Да нормально он чешет. Все. Отлично. Все тем более проедут все. Все, а там уже мелко. Так, вот я и добрался до пригорода Сан-Хосе, столицы Коста-Рики. Осталось тут... Ох, они шумные здесь. Кабанчики. Чего здесь хорошо? Потому что здесь... Ох, еще и машина. Потому что здесь есть наши люди, которые меня пригласили в гости. Так, почему я так хорошо выгляжу, прям сияю? Потому что я помылся, потому что я таки в гостях. Мне выделили такую комнату. Круто. Костариканец Карлос. Карлос, очень приятно. Да, ты видел. По-русски говорит, потому что... Мы учились там 40 лет назад. А, и там вы познакомились? Да. Там это где? В Москве. Да, по ага. Это, да, теща. Дима, в Москве, с Таджикистана. Ой, привет! Это я рис делала. А это не плов? Нет, это не плов, но это с овощами рис. Так, а это Дилбар, она меня и пригласила. Да, я пригласила, да. Руслан. Очень приятно. Вот. А вы сколько уже здесь, кстати, живете? 32 года. 32 года. Мои ровесники. Как хорошо просыпаться в гостях. Так, где-то там маленький монстр, говорят. А, вот. Вот этот чуава, говорят, очень злой. Даже кусает. Карлос и Дилбар на пенсии.
Да. На пенсии, да. Поэтому у нас сегодня будет клуб пенсионеров. Это шапка? Мне? Да. Это потому что, да, национальная это, шляпа национальная. Так, да. Вот мы приехали в гости к Эдвину. 40 лет назад, да, вы закончили? Да. Киевский? Да, в Киеве, да. Какой университет? В этом Красном университете. Шевченко? Я только красный университет. Вот иностранцы только помнят, что... Да, Рохо. Помню только, что красный. Да, так что вот это, пойдемте, да? Да, пойдем. Крутая шляпа. Маленький, да. А корзинка у тебя есть? А, Коста-Рика с флагом, со всеми делами. Да. Это ты соберешь туда сразу. Куда? Это потому что ты знаешь, что черный свет, когда солнце идет, лучи идут прямо. Ну да, затягивается. А белый, наоборот, отражает. Так что... Очень хорошо. Вот это хорошо, мы зашли к Эдвину. Это тебе подарили. Все, здесь мы все сделали, поехали дальше. Так, шляпка так просто не достается. Должен поработать. Это пока мы всю целую не соберем, нас не отпустят, да? Да. И потом берешь все, это сладкое. Это самое красное. Вот так. Все, что красное. Какой же собирается, ничего? Супер, $1.5, да, одна корзина? Сейчас стоит как $2. $2, ребята, я сегодня уеду на новом Мерседесе. Вот у нас Руслан собирает деньги на поездку. Продолжит поездку. На билет домой. Кофе. Ну что, корзиночка $2 стоит. Так что вот, оставим его здесь на целый месяц. И он... За месяц я уже тогда Коста-Рику куплю. Да. Президентом стану. Вот так. О, молодец, хорошо работает. Я бы вот развивал такой вид туризма. Угу. Сюда бы рекомендовал, если ты хочешь приехать в Коста-Рику, вот кофе посыграть без душа, воздухом подышать, вот на склоны посмотреть. Такая мелкая моторика, стоишься, собираешь и думаешь о жизни. О том, зачем ты сюда приехал, куда едешь. Да. Ну тут не половина, тут процентов, наверное, 35-40 корзины я собрал. Это за полчаса. Ну я засекал время, 40 минут. С перекурами, со всеми делами. Так что теоретически... Эдвин говорит, что максимально 35 корзин за день собрал. Так, объединяем. Это мы втроем сколько собрали. Не, ребят, вы, конечно, гостеприимные и вкусно кормите, но с вами бизнес не сделаешь. Хорошо, что здесь на поле есть бананы всякие. Да, и сладкие лимоны. С голодом не пропадем. Лимоны сладкие, лимоны кислые. Маню. Нашли меня куда привезти? Апельсины, мандарины, вон их сколько. Опять сладкий лимон. Еще мандарины. Это кто-то уже поел, нет? В нашем полку прибыло. Это Нестор. Очень приятно, Нестор, привет всем. В 3 годика он уехал из Украины. В каком ты городе жил? Я жил в Хмельницком. Опять Хмельницкий. Слушай, ну, да. У нас столько много Хмельницкого. Ага. Вот из Хмельницкого сюда переехал, уже все. Говорит, у тебя ты же на испанском без акцента говоришь? Да, нормально, как местный. Как местный, да. Даже могу на испанском, мексиканском, испанском, панамском. А, не отличается, да, немножко? Потому что мой отчим был кубинец. Кубинец, ага. Так что я просто... Вот на этом звере, да, мы сейчас будем ехать? Да, да. Все китайские звери. Да, у меня был другой. Слушай, ну я готов. Ну все.
Поехали? Да, шлем. Так, в Коста-Рике надо ездить даже днем вот с такой вот штукой. Светоотражающий. Нестор мне сказал, что это единственный туннель во всей Центральной Америке. Или во всей Латинской. Наверное, во всей Центральной. Центральной. Видно, туман, холодно. Радуга. Рейнбоу. Так, тот мотоцикл, на котором мы катались, превращается в мотоцикл доставки. Это пиццерия, которую ты открыл с товарищем, да? Да, полтора месяца назад. И кто пиццу делает? Я. А, ты и делаешь? Типа ты своими руками? Да, а ты же повар? Да, я с 14 лет этим занимаюсь. Все, понял. Да. Вот решил я и постричься. Елки-палки. Посмотрим, что сейчас меня. Костя, прости. Костя, это мой парикмахер. И первый раз, наверное, за, я не знаю, лет за 6 меня стрижет кто-то другой. Машинка не наточенная, волос рвет. Так что мой парикмахер, самый лучший парикмахер. Так, сейчас посмотрим, что с меня будет. Так, запомнили, какой я сейчас, да? Так, вот что со мной сделали. Вообще, конечно, профессионализм зашкаливает на самом деле. И он вообще полностью отсутствует. Если бы мой мастер видел, как меня сейчас стригли, он бы, конечно, окол и акал. Вообще, там, ножницы два раза взял, и то, чтобы себе ногти подстричь. Короче, машинкой там тяп-ляп. Ладно, так, короче. Сейчас еще посмотрим, какая цена будет. Хорошо. Если что, потом где-то на лосах стригусь, да и все. Стоит $8 стрижка, ну буквально реально, ну вот 20 минут это потолок был, это просто потолок, хотя даже меньше было. Бой ночи. Пиццеол, да, или как это? Пиццерия. Нет, как-то пиццеол, по-моему, это называется. Ну, на итальянском пиццеолу. Так, процесс начался. Патрик мне сказал, что меня парикмахерша обманула на 3000, на 5 долларов, что ли? Нет, на 3. Ну, 3000 это сколько? Это 5 нет, долларов? Нет, 2000. Почти 4 доллара, 3,5 доллара. А, на 2000 на меня? Да. Коста-Рика, Сан-Хосе, завтрак. И что мы завтракаем? Борщ. Все-таки как здорово иметь переводчика. Сегодня Карлос согласился со мной. Мы были в двух посольствах. В колумбийском мы напишем письмо, посмотрим. Но еще никто нам не сказали ни да, ни нет. В подвешенном состоянии, но хоть какой-то результат есть, уже скорее. Сейчас мы заехали перекусить. Как называется это? Касадо. Касадо? Да, это национальное блюдо. Бульвар, мы по нему идем, да? Центральная улица, да. Так и называется. Центро Кайя? Кайя де Центро? Авенида Централь. Авенида это... Авенида. Это бульвар. Авеню. Бульвар. Национальный театр Коста-Рики. Снимать на самом деле можно, а просто вспышку нельзя. Нет, ну здесь я